Всем доброе утро. Это последняя улиточка на видео, которая посередине дороги ползет. Такая крупная, красивая такая, величественная, скажем так. И вот прям по центру куда-то ползет. Ну что тут можно сказать, друзья? Вот это говорит о хрупкости жизни просто, о ее ценности, о ее мимолетности, о приходящести. Вы уж простите за мое буддовство с утра пораньше. Ну а как без этого? Только так, только через это. Так что, Динара, не плачь. Ну или поплачь немножко, да. А потом приходи в себя и смотри на это как на то, что то, что появляется, неизбежно должно исчезнуть. То, что рождается, неизбежно должно умереть. Неумолимо. Формы рождения разные. Формы вообще существования разные. Так же, как и формы исчезновения этих форм. Ну или то, что называют человеки смертью. Вот и все. Поэтому тут единственное, что позитивную психологию можем добавить. Наслаждайтесь жизнью прямо сейчас, в настоящем моменте. Просто по той причине, что это все мимолетно. Вот вы идете, а по дороге красивая улитка. Вы проходите дальше несколько метров и видите, что навстречу едет машина. Машина просто едет навстречу туда, где улитка ваша там позади осталась. Как бы ваша. И появляется предположение, что эта улитка может быть раздавлена, потому что вот этих вот раздавленных улиток по ходу вашего движения, ну, они наблюдаются. Раздавленные, которых либо велосипед переехал, либо человек наступил, либо машина переехала. И таким образом мы наблюдаем, ну, вот жизнь вот в таком мимолетном проявлении, когда все как будто бы мельтешит, вибрации такие, появление, исчезание, в том числе эта улитка, ну, как форма, как жизнь, как проявление жизни, такая же, как и вы, проявление жизни, и тоже форма. И ты прекрасно понимаешь, что и тебя тоже когда-то раздавят. Ну вот, образно говоря, да, раздавят. То есть жизнь раздавит. Каким образом, неизвестно. Может быть, таким же вот буквальным образом переедет машина, как улитку. Может быть, ты умрешь сразу. Ну, смотря что на тебя наехало. И с какой скоростью. А может быть, в больнице. Всякое разное может быть. Да, может, какой-то болезни. Может быть, просто по старости лет, когда пора уже. Разные причины могут быть. Просто живите здесь и сейчас. И будьте в моменте. Вот ползет улитка, и вы как бы вот этим видом всем восхищаетесь, наслаждаетесь. Радуетесь, да, вот этому проявлению. Так же и близким своим. Ну, мы же тут все улитки, по сути-то своей. Все улитки куда-то ползем. Зачем? Хрен его знает. Просто тепло и дождик прошел. И как будто бы надо куда-то. Так вот и ползите. И радуйтесь, что есть в настоящем моменте. Не возвращайтесь в мысли обратно. Не цепляйтесь. Примите это, то, что происходит. То, что появляется и исчезает. Надо это принять. Просто слово «смерть» — это слово «смерть». Это слово, прежде всего, «смерть». Так это, ну вот происходит. Вот оно было и сплыло. Была вот такая форма, живая, двигалась. Опять же, я же словами все это выражаю. А потом она перестала двигаться. И это все вплетено в нить жизни. Это тоже жизнь.
Но опять жизнь — это тоже слово, но это целостное, это процесс, в котором вот эти вот изменения происходят. Что-то рождается, что-то умирает. Что-то появляется, что-то исчезает. Вот таким вот образом. Доброе утро.